На самом деле это очень интересно, ну, для меня. Хотя достаточно банальная история. У меня задержка сначала там была пару дней, я думаю, ну, в принципе, нормально. Потом была задержка там неделю. Я говорю маме, она говорит, ай, ну, у тебя бывало такое. Я говорю, блин, ну, ладно, подожду. Задержка 10 дней, 11 дней. Я иду за тестом. 23 февраля я делаю первый раз тест. И он показывает вроде одну полоску, но там была и вторая, но она такая мутная, тусклая была, что первая, что вторая. Я думаю, блин, наверное, какой-то бракованный. Вот, пойду еще за одним. Пошла за вторым, 24-го, получается, делаю второй тест, у меня две полоски. Я такая смотрю, блин, круто. И уже 26-го я делаю третий тест, и уже 26-го я Максу заказываю этот тортик и преподношу вот эту вот информацию. Вот. У него, конечно, реакция была покруче, чем у меня.